Ребят, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. И в данном видео для вас я буду снимать тароскоп на неделю в период с 5 по 11 июля 2021 года. Работать сегодня я буду с двумя колодами Inside Таро и вспомогательная Ленорман Айрис Сакра. Поэтому, овны, готовимся, смотрим, чего мы ожидать, на что настраиваться и какой событийный ряд вас, в принципе, ожидает на этой неделе. Традиционно мы с вами будем смотреть позитив недели, негатив. Посмотрим совет от карт и на Ленорман неожиданность данного периода. Проговаривайте про себя мысленно свои вопросы, либо задачи, которые вас волнуют, интересуют. И будем просматривать, удастся ли вам узнать ответы на эти вопросы или нет. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Так, все арканы перед вами, постараюсь вам пододвинуть. Итак, что у вас здесь на позитив? Давайте с вами будем смотреть. Тройка пентаклей, пятерка мечей и умеренность. Ну, здесь, видите, по этим арканам, это в первую очередь вы можете сокрушаться относительно того, что в плане работы, бизнеса, вашего творчества или хобби. Все идет не так, как вами планировалось, потому что есть много планов, есть много целей и задач. Видите, вы очень упорно исследуете то, во что вы вкладывались, то, на что вы развивали, что для вас является наиболее значимым. Но, тем не менее, как показывают арканы, все равно выхлопа по этой ситуации нет. Хотя вы и пытаетесь сохранить какую-то ситуацию, спокойствие, зажечь в себе внутренний огонь, сохранить это пламя, дабы продолжать вашу деятельность. Но пока не совсем получается, опускаются руки. Почему? Но здесь может быть ряд ограничений, которые связаны непосредственно с налоговым законодательством, с ограничениями. У каждого это разного плана ограничения. У кого-то карантинные меры, у кого-то, в принципе, ситуация по ряду причин, по которым вы не можете работать. Вы спросите, какой же здесь позитив? В чем же здесь позитив-то ловить? Это, знаете, по принципу, ты не можешь изменить ситуацию, изменить свое отношение к ней. Если что-то не получается, уходите в творчество, в медитацию, посвятите время себе, если пока нет возможности реализовать все то вами задуманное, что вы намеревались. Это в первую очередь. Ну и помимо всего прочего, как показывают арканы, здесь, знаете, как кризис, либо фаза роста, которая вас заставит меняться, расти и прилагать максимум усилий для того, чтобы меняться, расти выше в плане профессионального, личностного роста, улучшать какую-то ситуацию на рынке предоставляемых товаров и услуг. То есть вы здесь действительно будете оттачивать свои навыки. Если эти арканы мы с вами будем просматривать с точки зрения личной жизни, и на данном этапе вы свободны, то здесь могу сказать однозначно, это, знаете, по принципу, как замужем за работой. Я не вижу здесь перспектив, которые бы указывали на новые знакомства, на служебные романы. И здесь вы полностью погружены в процесс, вопросы заработка, денег и недоличной жизни в целом. Если мы карты будем смотреть с точки зрения треугольников, то здесь может быть конфликт, выяснение взаимоотношений относительно того, что партнер не хочет с вами взаимодействовать, вкладываться в отношения, их развивать, либо следовать вашему сценарию, к которому вы стремитесь. Почему? Потому что здесь, видите, ситуация подвешенная. Но вот недаром вам падает этот аркан повешенный. Почему? Потому что он указывает и показывает иной взгляд на ситуацию. У вас может быть, в принципе, прозрение относительно этого союза, этих взаимоотношений. Вы можете осознать, что вы пребывали в каких-то иллюзиях относительно вашего партнера или партнерши. А теперь для вас это станет очевидным, что весь этот комфорт, всю ту любовь и тепло вынесли сами, без поддержки, взаимодействия с партнером, либо партнершей, как показывают это карты. Если на текущем этапе своей жизни вы находитесь в стабильных союзах, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас здесь семья и брак, могут быть некие перипетии относительно вопросов работы, заработка, распределение бюджета. Почему арканы падают в позитиве? Это как конструктивно, обоюдно подойти к решению этих проблем, этих задач. Это как проговорить, выяснить, прийти к какой-то зоне комфорта. Потому что я дотягиваю, вот видите, у вас здесь падает справедливость, либо триумф истины. Это как сесть, разобраться, понять, что происходит, почему так происходит, что вам нужно обоюдно сделать для того, чтобы ситуацию поменять, либо исправить. И как следствие найти какой-то компромисс, прийти к какому-то консенсусу здесь. В первую очередь, повторюсь, это будет касаться вопросов работы и заработка. Для вас это будет очень важно и очень значимо. Если арканы будем смотреть с точки зрения работы и финансов,
Вы меня часто спрашиваете, говорите, пожалуйста, про финансы. Ребята, когда озвучиваю работу, и финансы озвучиваю в том числе. Итак, смотрите, если в плане финансов, то здесь не то чтобы режим экономии, это здесь не заниматься расточительством, потому что вы понимаете, что ситуация этому не благоволит. Если в плане работы вы на данном этапе не трудоустроены, то здесь, видите, срыв планов, либо срыв начинаний. Почему падает это в позитиве? Да потому что по аркану умеренность – это разобраться в происходящем, понять, что вам надо, в какую нишу углубиться, что нужно поменять и в какой сфере вообще эту работу искать. Повторюсь, это для тех, кто в статусе соискателя, для тех, кто у нас не работает. Но на вопрос, будет ли трудоустройство здесь в рамках недели – нет. Потому что дотягиваю дополнительный даже для вас аркан, восьмерка мечей. Ну, связаны по рукам и ногам, нет перспектив роста по этой ситуации, нет перспектив развития. Поэтому вот так. Если на данном этапе вы наемный сотрудник, то, как показывают арканы, это большой объем работы. Даже не то, что которое вы не можете выполнить. Это, знаете, по принципу «стой тут, иди сюда». Будут из этого конфликты, будут здесь в первую очередь непонимание, склоки, но аркан умеренность показывает, что выполняете так, как вы делали все ранее, идите на компромисс, делайте, как требует руководство, даже если будут 150 раз на день менять задачи. Почему? Потому что в первую очередь это, знаете, как обезопасили сами себя, хотя, безусловно, вас это будет выбивать из колеи, и вот видите, по этим арканам это в первую очередь вызывать какой-то накал эмоций у вас. Если у вас свой собственный бизнес, это проблемы с проверяющими инстанциями, это могут быть новые правила, системы, новое законодательство, опять же, по вопросам налогообложения, то, что, знаете, как вы вовремя не подтянули, не просмотрели, поэтому обратите внимание, пожалуйста, на вот эти факторы, чтобы вы потом не попали в тупик. Если мы будем с вами смотреть вопросы здоровья, то здесь у кого-то даже могут проходить плановые операции. Почему планово? Потому что тройка пентаклей – это к этому уйти длительный период. Пятерка мечей – умеренность. Это операции, которые прошли успешно, так как решить какую-то ключевую проблему. Причем, видите, по двойке пентаклей. У многих это будут либо вопросы почек, либо все, что у вас может быть связано с наростами, фурункулами, кистами, какими-то новообразованиями, которые вам придется, например, удалять. У кого есть такие вопросы на повестке дня, повторюсь, это будет для вас успешным. Если планировали, действуйте. Что у вас здесь в негативе? Ого! Сила, смерть и тройка мечей. Даже гром гремит на такие карты. Это в первую очередь, знаете, как преодоление, это добавить каких-то сил, добавить энергии в плане трансформации, перемен. Причем по тройке мечей эти перемены касаться, как я вам сказала, в связке этих раканов будут не только вопросов работы, это могут быть личная жизнь, это идти на компромисс, это усмирять свою гордыню, это в чем-то не то, чтобы прогибаться под кого-то, это, знаете, как грамотный, правильный взгляд на вещи. Сила смерти – это кардинальная, колоссальная работа над самим собой или самой собой. Почему? Потому что именно это вам поможет добиться грамотного взаимодействия с другими людьми, улучшение финансового плана, контактность в плане бизнеса, работы и прочих факторов. Что здесь может быть еще в негативе? Опять же, это вы можете определить, если вы, скажем так, резко почувствовали ухудшение состояния здоровья, либо у вас это по всем сферам. Здесь могут быть вопросы деструктивных воздействий, поэтому если кто-то подозревает такие вещи, рекомендую вам это перепроверить, потому что по этим картам это как выявить и работать над этим вопросом. И еще такой момент. Сила смерти тройка мечей зачастую еще указывают, знаете, как проблемы сердечно-сосудистой системы из-за серьезных перенагрузок. Например, вы активно занимаетесь спортом, ставите какие-то там рекорды, либо для себя пытаетесь подняться на новый уровень, взять какую-то новую планку. Не переусердствуйте, чтобы у вас здесь действительно не было проблем с сердечно-сосудистой системой. Поэтому очень важно, особенно если вы находитесь в другой стране, в другом регионе, и вы не адаптированы под новый климат, это может действительно не совсем благоприятно сказаться на вашем самочувствии. Еще в плане рекомендаций по этим арканам, если вдруг вы планируете себе вакцинацию, перенесите хотя бы ее на некий период. Почему? Потому что в рамках этой недели это, знаете, каким-то образом может дать побочку на сердечно-сосудистую систему. Повторюсь, это в плане рекомендаций. Вы, конечно же, опираетесь на ваш опыт, на ваше личное восприятие ситуации и на рекомендации вашего лечащего врача. И совет по карте «Луна. Инстинкты и страхи». Это проработка как раз внутренних комплексов, блоков, переживаний. Это умение прислушаться к себе,
в нужный момент. И в качестве рекомендации карта вам показывает, что на этой неделе будьте предельно внимательными к вещим снам, знакам, информации, которая вам может идти внутренне, в какой-то степени даже неосознанно. Почему? Потому что вы получите ключевые ответы на свои вопросы. Это может быть подсказки Вселенной, подсказки вашего рода, и получать эту информацию вы можете абсолютно разными способами и источниками. Самое главное, не игнорируйте ее. Еще в плане рекомендаций, опять же, там у кого-то может быть вопросы проработки внутренних комплексов и блоков с психологом, либо если это вопросы деструктива, то, повторюсь, это акцент на снятие деструктивных программ. Сейчас мы с вами проанализируем, посмотрим неожиданность данного периода, какова у вас здесь будет ситуация. Книга, мужчина и крест. Во-первых, открыть какую-то для себя информацию с партнером личным, либо деловым партнером. Это, знаете, как ситуации, которые могут быть связаны с внутренними блоками, проблемами. Здесь может быть непонимание в союзе, в паре. Потому что даже вот дно колоды, у вас здесь падает письмо. Здесь о том, здесь идет о том, что получите какую-то информацию, какую-то новость. Опять же, это могут быть сплетни, слухи, не без этого. Но вам нужно будет проявить мудрость в этой ситуации, дабы не навлечь каких-то на себя дополнительных проблем. Ну и в целом это, знаете, как узнать чью-то тайну, узнать какие-то переживания, то, что человек пытался всячески скрыть. И помимо всего прочего, это поддержать человека, партнера личного либо делового в период каких-либо переживаний, в первую очередь. Либо в течение трудного периода быть поддержкой, быть опорой и, соответственно, помочь реализовать те планы, которые человек себе надумал либо воплотил. Причем, повторюсь, неважно, смотрит меня мужчина или женщина, потому что эта поддержка, если вы смотрит меня мужчина, может понадобиться вашему отцу, вашему брату, коллеге. То есть здесь это в первую очередь как помочь кому-то разобраться со своими тайнами, с какими-то своими историями, секретами. То есть, знаете, как человеку встать на правильный путь. К вам будут обращаться здесь за помощью. Если посмотрим, проанализируем, неделя действительно для вас значима, потому что очень много старших арканов будет нести перемены, будет нести много хаоса. Но самое главное вам во всем этом разобраться и как бы сделать правильные выводы, правильные поступки. Традиционно для вас я перекрываю негативные аспекты позитивными, чтобы у вас хватило сил, мудрости, и вы обрели урегулирование, баланс и зону комфорта в тех вопросах, которые вас волнуют. От вас по прошествии недели я традиционно буду ждать обратной связи, как для вас отыгрался этот расклад, насколько он был для вас информативным. Для тех же, кого интересует обучение на картах Таро по системе Райдера-Уэйта, либо вопрос индивидуальных консультаций, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видеорядом. Оставляйте ваши текстовые либо голосовые сообщения на Viber или WhatsApp. Или я, либо мой админ Анастасия, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Пусть неделя для вас будет легкой и продуктивной. И еще увидимся.